Это гараж моего отца. Я сюда приехал. В чем вопрос? С какой целью приехал? Приехал взять банки с огурцами. Гараж постоянно закрыт, постоянно там никого не бывает. Там даже вот рядышком вот машина стоит, и это сейчас вот еще стали убирать, потому что он рядышком гараж редко бывает. А то вообще напротив этого гаража, напротив вот 68-го ставили машину рядышком сосед, потому что он очень редко приезжает, редко. Машину сажаем. Сели, готовы.